быть с тобою рядом ближе Все, чего хочу Подниматься выше, выше Каждую минуту Каждую секунду быть с тобой Сердце для тебя Освети там каждый угол Мысли для Тебя, даже если трудно, туго. Знаю, что Господь мой, каждую секунду Ты со мной. О -о -о -о. М -м. Поклоняюсь Твоем присутствии, святом Вот я так люблю твой дом, все мечты, сложил я. Все, чего прошу, быть с тобою рядом ближе, все, чего хочу, подниматься выше, выше. Stop! Слава нашему Господу Иисусу Христу! Блажен народ, у которого Господь есть Бог, независимо от того, как Он себя именует, как Он себя называет. Важно, знаете что? Что Господь есть Бог. Народ, у которого Господь есть Бог. Вот. А мы можем себя именовать как угодно. При этом апостол Иоанн написал в своем послании, «Смотрите, дети, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам не только называться, но быть детьми, разные вещи называться и быть, а абсолютно разные вещи быть и называться. Мир, вам всем приветствую всех присутствующих здесь. Очень рад сегодня с нами Таня Антонова. Вот э, скучали, вот молились, скучали. Вот сегодня она с нами здесь. Слава Господу и а, с, еще будет в конце служения объявление, в следующее воскресенье у нас будет хлебопреломление, будем рады вместе с вами разделить трапезу Таня, вот э, если услышит э, мою эту проповедь в заповеди Шкурина Татьяна, welcome то же самое хотим сказать и всем, кто э, пожелает, всем, кто Господен да? вот. и совсем даже не имеет значения, кто и кем сегодня именует себя Блажен народ, у которого Господь есть Бог, интернет-пользователи, вам особенная благодарность за ваши отклики, пожелания, комментарии, за ваши лайки. Спасибо огромное. Не ослабевайте в усердии, наоборот, делайте это по мере приближения дня Онного, особенно активно. Особенно Писание говорит в книге Даниила, что святые усилятся. То есть активизируются, вот становятся такими более активными по причине приближения этого дня. Ну, это, это мы, если мы так верим, если мы верим в то, что мы тот народ, у которого Господь есть Бог. Это тема моей проповеди. Это тема моей проповеди. Я хочу зачитать одну историю, а, ну можно назвать это, это теперь уже как история она для нас как бы поучительная в данном случае э, это я рассматриваю это уже теперь как историю а, время когда еще Бог только планирует вывести свой народ из рабства египетского тогда э, скажем в то время Бог предусмотрел уже ну вот пришло время родиться одному человеку которого потом Бог пошлет вывести народ из Египта. Это будет Моисей. И он должен будет родиться. Именно в это время, вы понимаете, день, час дьявол никогда не знал. Господь сказал о, Божьем, о Божьих провидениях, дня и часа никто не знает, даже ангелы не знают. Дьявол мог предполагать время, так же, как предполагать время рождения Иисуса Христа. Почему и там, представляете, насколько приблизительно, от двух лет и ниже – Избили всех младенцев, да? А двух лет и ниже избили всех младенцев, потому что не знали, когда именно. Ну, как бы скажем, на всякий случай, на всякий случай, чтобы младенец Иисус тоже попал туда. И вот здесь должен будет родиться Моисей. И вдруг непонятно, фараону приходит идея, знаете какая, всех мальчиков, новорожденных у евреев, бросать в реку умиршвлять всех мальчиков. Вот это не было до этого. Вот пришло именно вот здесь, потому что именно здесь это происходило, на заре вот этого времени, этапа. Это должно будет произойти. Должен будет родиться вот этот человек, который впоследствии будет называться посредником. Он, Моисей, в свое время был посредник между Богом и человеком. И все писания, которые Бог давал, он давал рукой посредника, то есть Моисея. Сильная личность, да? Сильная личность Моисей. И вот он отдает приказ. Почитаем. В книге «Исход» в первой главе, конечно, я читаю только эпизоды. 15-17 стихи, 20-21. Царь египетский, он же фараон. «Повелел повивальным бабкам». Вы понимаете, повивальные бабки кто такие, да? Или кто-то не знает. Повивальные бабки, ну, сегодня, скажем, это... Ну, кто принимают роды? Акушерки, вот, да, спасибо. Акушерки – это те, кто принимают роды. Ну, тогда это они назывались повивальные бабки. Вот. И он повелел повивальным бабкам евреянок, кстати, не евреек, чтобы кто-то, потому что, знаете, я когда слышу еврейки, мне ухо режет. Не евреек, а евреянок. В Библии много раз встречается выражение, где написано именно евреянок, не евреек. Ну, это только к слову. И Имя одной из них было Шифра, а имя другой – Фуа. И сказал, вот фараон или царь египетский, когда вы будете повивать, то есть принимать детей у евреянок, то наблюдайте при родах, а конкретно о чем? Если будет сын, то умешляйте его, а если дочь, то пусть живет. У него не было идеи изначально бросать мальчика в реку. Он просто отдал распоряжение вот этим акушеркам. При родах, обращайте внимание, рождается мальчик сразу же, подушку ему там на лицо или что, сразу же его умершляйте. Девочка, девочка пускай живет. А мальчиков всех умершляйте. Но повивальные бабки боялись Бога. И не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Моисей остался рожденным, он не попал под этот указ. Тогда царь отдал дерзкий указ всех мальчиков бросать в реку. Моисей оказался тоже пущенный по воде. Собственно, Мойша, поэтому он вынут из воды его сестра взяла в корзинку, сделала, корзинку сделала, корзинку такую, осмолила, все пустила по воде, а дочь фараона в это время вышла к воде. Там. По да, по стечению обстоятельств. Вышла к воде там умыться, там принять, как говорится, ванны такие. Вот. Она вышла к воде, и тут что? А это что тут такое? Ну-ка, давай. Ребенок? Она говорит, так это сам Бог послал мне или боги, кому, в кого они верили. Сами боги послали мне ребенка. Да ты что, она его взяла. И так она его взяла, и он воспитывался в доме у фараона. Он воспитывался, знаете, там, где искали ему смерти. Вот где ему искали смерти, Господь сказал, это будет самое безопасное место для Моисея. Вот тут он вырастет, здесь он получит образование, здесь все. Он здесь будет жить до нужного времени, здесь. Ну, да ладно, сейчас моя проповедь не про Моисея. Вот эти вот женщины, они боялись Бога, и они ослушались фараона, и они не делали то, что он сказал. Причина боялись Бога. Боящиеся Бога. Вы, вы знаете, как близок Господь к боящимся Его. И смотрите, что в результате. За сие или, то есть, или за это делал добро Бог. Бог делал добро повивальным бабкам. А народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял дома их. Вы представляете, он брал опеку над их домами. Лично Бог берет опеку над ими, ихними домами. Бог устрояет дома. О чем это говорит? О чем это говорит? Все мы сталкиваемся с какими-то трудностями, с какими-то переживаниями, с какими-то лишениями. Все мы сталкиваемся в жизни, нам это все знакомо, правда? Писание говорит, что даже в жизни праведника бывает много скорбей, но от всех их избавляет Господь их. Вот, дело не в этом. И здесь, что значит, Я, тема моей проповеди, блажен народ, у которого есть, Господь есть Бог. Я буду говорить о Боге, который устрояет дома боящихся Его. Он не просто близок к боящимся, Он устрояет. Вот эти женщины, они боялись Бога. Как Бог поощрил их, как Бог воздал им, как Бог вознаградил, Он взял опека над их домами, Он стал устроять дома их. Это значит, не беспокойся здесь, ты, ты, ты лег спать и думал, что проснешься, а тебе нужно будет как-то вот это сделать. Проснулся, а делать уже ничего оказывается не надо, да? То есть Бог уже все предусмотрел. Ведь Он, кроме того, что э, Господь исцеляющий, и Он еще и Иегова Иры, то есть Бог усматривающий. Бог все усмотрит. Он все усматривающий. И в жизни этих женщин мы видим, за то, что они боялись Бога, Бог начинал устроять дома их. Кто-то, я вспоминаю, еще в Казахстане жил, там женщина обратилась к Господу, такая ревностная, вот по Богу все. Мужик у нее Нормальный мужик мой, одногодка, и тоже шахтер был. Я шахтер. Это к интернет-пользователям, кто не знает. Я шахтер с большим стажем. Вот, работал на проходке и в лаве. И муж у нее такой. И она вот с такими слезами мне, пастор, вот у всех мужики как мужики, а мой Ванька, я просто не хочу уже все, даже молиться о нем не хочу уже больше Богу, все. Вот такой вот он Ванька. «Нормальный твой Ванька мужик, давай, мы пришли к нему, он на бровях, я пришел к ним домой, Ванька на бровях, такой. Э, я начинаю ему говорить, братом его назвал, а он начинает, там, у него появляются там, и, в общем, слезы, все прочее, он начинает плакать. Так. Я говорю, брат, мы с тобой будем Евангелие проповедовать вместе. А она смотрит так со стороны и думает». Ну что ну, ты вот говоришь, ты пытаешься ему навязать вот это все. Я говорю, он будет проповедовать вместе со мной Евангелие. И на одном из служений все произошло именно так. Он пришел, в первый раз в собрание пришел на бровях. Он пришел на бровях в собрание, когда я когда его увидел, ну, ну, чуть ли не воскликнул святые угодники. Иван! Я уж Иван, мы так обнялись с ним. Он, да, он такая шапка собачья, на нем шарф махеровый, полушубок, унты. Зима, Караганда. Мы стали, он сел, я говорю, я сейчас подниму, как раз на сцену, я говорю, поднимаюсь на сцену, ты пойдешь за мной следом. Не, я не пойду. Я говорю, во имя Иисуса пойдешь. Я поднялся на сцену, я говорю, вот наш друг Иван, иди сюда. Он скинул все, поднимается на сцену, в микрофон у не взял. Я так вот, меня зовут Иван, я пью и курю. И когда выйду отсюда, буду пить и курить. В общем, он все объявил. И, от, от, и, он, и, типа, и отдал мне микрофон, и глаза всех были устремлены на него. Что же сейчас будет? И он сказал, знаете, последнее, что он сказал? Теперь делайте, что хотите. Я говорю, а теперь вот ты сказал. И мы стали молиться, как мы начали молиться, взяли много народу, <как> взяли много народу на сцене, и вся группа прославления, мои помощники, служители на сцене, как мы стали молиться, как, как его начало ломать, он, он орал, знаете, как бык, орал, он такой, он такой рев был. И раз какой-то момент бум, обмяк весь стул мы подставили, он глаза открыл, и он трезвый. Он открыл глаза, и он трезвый. И он такой сосмущался, Ой, а что это здесь? И он прошел вниз, сел. Я там попросил одного из моих помощников. Я говорю, рядом сиди, говорю, с ним поддерживай, молись. Это было последний раз, когда он был, как говорят, на бровях, или когда он закурил сигарету. Это было последний раз в его жизни. следом мы делаем евангелизацию там в одном поселке городского типа, мы делаем евангелизацию. Он попросил выйти и рассказать свое свидетельство. Я говорю, ты не представляешь, как это будет здорово. Он вышел, и еще один вышел, его друг. Два друга были. Они рассказали свое свидетельство, как Господь их обратил, как Господь их спас. И после этого выскочила жена, вот эта, которая кричала, а мой Ванька, все мужики, как мужики, а мой Ванька вот такой. Она выскочила и такая, товарищи! Вот, знаете, чисто по-самарянски. Товарищи, верьте в Бога. Смотрите, он Ваньку и Витьку вот что сделал. Товарищи, верьте Богу. Это человек 80 людей поднялись и пришли, чтобы принять Иисуса Христа как своего личного спасителя. Вот после этих свидетельств. Вы знаете, Бог начинает устроять. И кто-то разочаровывается, женщины, если вы никак не можете справиться с, с тем, что вы уже не знаете, как молиться, и вы уже не знаете, что делать и что предпринимать, пусть это сделает Бог. Пусть это сделает Бог. Это не сделаю я. Ну, я буду молиться, ну, ты. Да все вместе мы будем молиться. Пусть это сделает Бог. И если это сделает Бог, Он это сделает. Вот Он устроял дома этих женщин. Это включает в себя все. Кто-то не знает, как концы с концами свести в плане финансов. Если Бог устрояет, значит, устрояет. Вы знаете, во всех сферах жизни. Я рассказал вот это свидетельство, я его хотел рассказать. Потому что нередко встречается в семьях именно вот такая проблема. У кого-то дети, у кого-то жена, у кого-то муж, ну, мало ли как, да. Вот, это все может быть. И кто-то уже не знает, и к кому уже только не обращались, там, рехабы, не рехабы. Да все это, вы знаете, суета и томление духа. Пусть это сделает Бог. Пусть это сделает Бог. Позволь Богу устроять твой дом. Для этого все, что нужно от тебя, все, что необходимо от тебя, полное доверие Богу. Вот эти женщины, они под страхом смерти. Вы представляете, ослушаться фараон царя? То есть приказ самого фараона ослушаться. Они ослушались, они же там сами плененные, они там плененные, они там в рабстве живут, эти женщины, они были евреянки. И они ослушались приказ фараона, и Господь устраивал их дома. Один человек, один из моих любимых героев веры в Библии. Кто-то подскажет, кто это? Иов. Все знают это Иов. Все знают моего любимого героя веры Иов. Если кто-то из интернет-пользователей сейчас услышит, скажет: Иов, а в чем собственно? Ну, почитайте историю, почитайте книгу Иова, и вы увидите, как он из полного, как говорится, дауна, из полной разрухи, своей жизненной разрухи, вот из полного уничижения, когда он сказал, провозгласил слова веры, а я знаю, мой искупитель жив, он восстановит мои слевшие распавшие ткани. Когда я вот это, знаете, прочитал и сказал, вот это слова, вот это слова, это слова веры, это слова веры о нем. Но это будет потом, как все его постигнет, да, все его приключения. А здесь, пока его еще ничего не постигло. Разговор Бога, знаете с кем? Дьявол. С дьяволом. Скажем, вот это поворот, вот это поворот. О чем мы сейчас поговорим? Мы сейчас поговорим, о чем разговаривал Бог с дьяволом. И сказал Господь сатане. Это первая глава книги Иова. 8-9, 10 стихи. И сказал Господь сатане, «Обратил ли, твое, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? У Бога есть вот такой человек, которого Бог, как говорится, хочет обозначить. Ты Вот ты обошел землю среди всего или среди всех ты обратил внимание на моего раба Иова? Ибо нет, а почему нужно было на него обратить внимание? Он чем-то от, от кого-то от других отличается. А нет такого, как он на земле. Второго такого на земле нет. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Ну да. Да видел, видел, конечно, Господь. Видел Бог. Видел я этого человека. Видел. Я видел даже, я тебе скажу, даже больше, э, э, что я увидел. Я скажу даже больше, что именно я увидел. И отвечал сатана Господу и сказал, хм, понятно, а разве даром богобоязнен Иов? А не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по всей земле. Понятно. Ты окружил его твоей заботой, ты взял над ним такую опеку, ну кто это не знает или кто это не видит? Вот так ты окружил его заботами и попечением о нем. Его стада распространяются везде, дела рук его ты благословляешь, к чему не прикоснется, все. Но недаром он богобоязнен. То есть, что хотел сказать сатана Господу? Вот круг заботы вот это вот все ты уберешь от него вот типа вот он такой потому что вот он такой потому что ты его окружил но вы знаете а на самом деле нет господь его окружил вот так потому что он такой разница видите не иов такой потому что бог его окружил а бог окружил его вот так потому что он такой Повивальные бабки боялись Бога, да? И поэтому он окружил их своей заботой. Вы понимаете, о чем речь? А нам известно, что дьявол является клеветником, и что он тут клевещет на Иова. Вот тут он сейчас пытается клеветать на. Ну понятно, вы знаете, люди, люди по-своему клевещут. Ну, у дьявола, дьявола -то, сатана, он, он, он клеветник, у него хитрое, как говорится, искусство, да? Он искусный клеветник. Люди не умеют клеветать, как он клевещет. Он будет все... Вы знаете, насколько право, правдоподобно и аргументы, если надо, библейские аргументы он будет находить. Все. Разве против определенных людей он не находил дьявол, когда использовал кого-то, приводили к Иисусу искушать? А вот в законе Моисея написано. Аргумент? Да. Конечно, аргумент. Ну и что ты скажешь, учитель? Вот. Сколько таких вот случаев мы видели? Да? То есть нам известно, что дьявол является клеветником. И вот здесь он клевещет сейчас перед Господом на Иова. Но Господь же знает, почему Он окружил его. Ты кругом оградил Его, и дом Его, и все, что у него. Вот поэтому, ну, недаром Он богобоязнен. Я вспоминаю одного а, благословенного патриарха: а, Ну, это был Иаков а, внук Авраама, сын. Исаака и наследник того же обетования, который станет родоначальником всего израильского народа, тот самый Иаков, кого Бог нарек по имени Израиль. Он станет родоначальником израильского народа. Когда случилось так, что он вынужден был бежать из дома от брата своего, он бежал от брата своего, он, мать его научила, и отец сказали туда, давай деклавану. Это там наш родственник, вот он нам приходится родственником каким-то там иди туда. И он пришел, он пришел, а вы знаете, он является, он, он отмечен у Бога. Он будет продолжателем того самого обетования, которое Бог завещал Аврааму. И вот он начинает у своего Лавана, ну, он пришел не сидеть же вот так вот просто э, в салфоне играть там, да? Вот, э, он, ну да, конечно. Он, он пришел, и он начинает помогать ему работать. Ну что там, овцы, овцы. И смотрит Лаван. Были у него какие-то там паршивенькие овцы. Смотрит, овцы стали такие полнеть, овцы стали тучнеть. Шерсть такая шикарная, лоснятся, стада умножаются. Так, так, с приходом родственничка вот этого, племянничка. А все так вот, и его начинает мучить одна мысль. И в какой-то момент, знаете, он не выдержал, и вызвал его на откровенный разговор. Слушай, ну да, мы родственники, вот ты как бы кость от кости моей, мы родственники, да, понимаю, но, ну скажи мне вот честно, ну, ну недаром же ты собираешься тут у меня работать, да, а этот живет там. Живет и живет. Работает, работает, помогает. Бог благословляет. Ну, просто живет. Без скорости, как говорится. А у этого мысли, знаете, какие? Ну, не даром же. Ну, не даром ты вот тут вот у меня вот так все. Ну, хорошо, ты хочешь меня как-то вознаградить? Ну, в дочь твою я влюбился, отдай ее мне в жены. Так ее по-любому отдавать надо, да? Надо... И он так быстро сообразил: слушай, а я под это дело тебе вообще обоих дочерей. Сначала старшую, вот она немного так как бы была такая стрёмненькая, вот. И я я сначала тебе ее, ну, ну ладно, что вы так, я сказал так, ну, ну, ш... а? Пойдет, да? Вот. Ее надо было сначала, а. И вы знаете всю эту историю, почитайте всю эту историю, как это случилось, и он сначала лию ему туда вот. А он хотел Рахиль. Вот, а он хотел вот эту, Рахиль, он ее любил. Но так получилось, что за эту сначала он согласился по контракту работать 7 лет, а любит-то любит другую, еще и за другую, опять работает у него все. Но у, у того. Как говорится, он уже понял, надо как-то навариться на родственнички. Вот. Ну да ладно. Дьявол клеветник, и он клевещет. И он всегда будет находить кого-то, кто клевещет. В данном случае, почему я вспомнил про Иакова, который стал родоначальником израильского народа, почему я, я вспомнил его, но, вы знаете, дьявол на него тоже клеветал. На него тоже клеветал. Лаван, у Лавана бизнес, как, как бы ничего личного извини как бы бизнес ничего личного только бизнес и все его интересовал только бизнес о том что дьявол является клеветником я вам сказал что-нибудь новое или вы знаете об этом так а так написано так ну хор... а так и есть так написано а давайте прочитаем в 20 главе откровения 10 стих мы читаем и услышал я громкий голос говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его. Потому что низвержен клеветник братья наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Он не просто как бы друг другу идет, кому-то клевещет. Он пред Богом пытается клеветать. Он пытается клеветать на братьев наших, знаете, кому? Богу. А вот попробуйте себе представить, вот как если мы, вот, вот мы люди, да, вот один другому там клевещет, клевещет, один на другого кому-то там что-то вот клевещет, рассылает какую-то клевету, и мы принимаем. Вот представьте себе, если бы Бог, так же как человек, принимал все, все, всю клевету, которую клевещет дьявол, все поношения, всю клевету, которую клевещет дьявол. Вы представляете, что бы он думал о каждом из нас? Если бы он принимал от дьявола, а Господь знал, кто такой Иов. У Бога изменилось мнение об Иове, хотя дьявол клеветал? Нет. Да и все, на кого клевещет дьявол перед Богом, все наши братья, на кого, вот описано здесь, да, клеветник, который клевещет на братьев наших день и ночь перед Богом. И я подумал, мой, Господи. Вот ну, в мой адрес могут клеветать, в любой другой адрес могут клеветать. На всех, на кого только не клеветали, да? На, мы читаем, вот находили таких вот лжесвидетелей, которые будут клеветать, да? Для того, чтобы сфабриковать какое-то дело, да? Но Господь же знает, кто есть кто. Господь знает, кто есть кто. И думаю, Господи, как хорошо, что ты не человек. Ты не принимаешь поношения и клевету от дьявола не принимаешь. Вот бы мы вот так умели не принимать клевету. Так как ты не принимаешь поношения и клевету, ты не принимаешь. Ты просто знаешь, кто есть кто. И все. Господи, вот если бы мы вот так вот. Смотрите, что говорит Давид в 14 главе. Я э, сделал маленькое отклонение от э, основной темы, но об этом хочу сказать. Вот почему. Это важно. Мы говорим, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Может ли быть Бог Богом у народа, который способен клеветать? Нет там Бога. Там Бога быть не может. И Давид говорит в 14-м псалме, первые три стиха, «Господи, как бы задается вопросом и сам на него отвечает, «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем?» Пребывать в жилище Твоем – это Народ, у которого Господь есть Бог, это быть, обитав Его жилище. Кто может пребывать в жилище твоем? Кто может обитать на Святой Горе Твоей? И отвечает. Тот, кто ходит непорочно и делает неправду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего. Я могу не клеветать но я могу поношение принимать. И я чем-то отличаюсь от клеветника? Нет. Одно и то же. Один клевещет, а другой принимает. Вы знаете, этими отличается Бог и дьявол. Дьявол клевещет, а Бог не принимает. А Бог не принимает. Нам, людям, нужно понимать. Писание говорит нам поношение на ближнего – не принимать. Говорит? Говорит, нас же должно что-то отличать. Бесы веруют, что Господь есть и трепещут, да? Но мы же должны чем-то отличаться от бесов. Они тоже веруют, что Господь един есть, и они трепещут. Но мы же чем-то отличаемся, да? Если они клевещ... клеветники, и они... они работают на это, то мы нет. Кто не клевещет языком своим и не принимает поношения на ближнего своего, а я потихоньку. А я потихоньку шепотом. Потихоньку шепотом. Инкогнито. Как бы даже никто, может быть, и не узнает. А вот что Бог говорит. Это псал, тоже Псалом Давида, сотый псалом Давида, пятый стих. Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню. Ты думал, ну я потихоньку. Вот так вот незаметно останусь потихоньку. Господь говорит, тайна клевещущего на своего ближнего я изгоню. Мы думаем, что мы можем это сделать незаметно как-то. И даже Бог не заметит. Да ты что? Заметит. Обязательно заметит. Я читаю Псалом Давида, 17, 33 стих. «Бог припоясывает меня силой, и устрояет мне верный путь. Вы знаете, Он устрояет не только дома наши, Он устрояет все наши дела, наши мероприятия, Он путь наш устрояет. Давид говорит, Он припоясывает меня силой, Бог, и устрояет мой путь. Ноги мои делают быстрыми, как у оленя. Вы, вы представляете, когда устрояет путь Господь когда путь наш, дела наши, дома наши устрояет Бог. Но, Давид, а что такое? В чем дело? Ну, вы знаете, еще когда он даже и не подозревал этого, и у отца своего пас овец, будучи мальчиком, подростком таким, он пас овец, он уже тогда научился чувствовать Бога. На него Дух Святой сходил, когда медведь или лев приходил овцу украсть, там, он догонял, вы знаете, и отнимал, и с пасти вырывал Давид. А в то время царем был поставлен в Израиле Саул. Но он не был не послушен Господу. Но не о Сауле разговор сейчас про Давида. И Бог Самуилу говорит, нашел я мужа по сердцу моему. А ты что, кто? Ну, Саул на голову выше э, всех в Израиле. И здесь Бог рассмотрел. Ну, это, это вы знаете, это должно быть что-то такое очень серьезное против Саула. Нашел я мужа по сердцу. Кто же это такой? И почему? Почему, Господи, стесняюсь спросить, а почему он тебе пришелся так по сердцу? а Он все мои хотения может исполнить. Вот это тот человек, который выполнит любое мое желание, любое мое хотение, вот этот человек исполнит. Интересно, Господь, такая интрига, интересно. Ну, иди туда, я тебе покажу. Он пришел там, у Иисея есть сыновья, ну, серьезные такие вот уже ребята, уже повзрослевшие все такие. Господь говорит, нет, не этот, и не этот, и не этот. Он осмотрелся их и спрашивает Иисея, твои дети все здесь или есть? Ну, есть. Есть у меня самый младший, сейчас он там с овцами. Ну, а тебе он зачем? Ну, ты приведи его. Позвали. Давид, папа зовет, иди сюда. Давидка пришел, такой белокурый юноша, пришел. И Господь говорит Самуилу, это он. Вау! Господь, вот это да. Это он и есть, да? Да, это Он. Это тот самый, который исполнит любое мое хотение. И вы знаете жизнь Давиду, Давида, как он ревновал о Господе, как он любил Господа. Вы знаете. Я не буду говорить о каких-то тех сложностях, которые случились в его жизни. Я не хочу говорить про это. Я хочу говорить позитивные вещи, чему я хочу учиться у Давида – быть похожим на Него. И он говорит, Бог меня припоясывает силой и устраивает мне верный путь. Но нужно знать, кто такой Давид. И вот, а я говорю, Давид, мне бы очень хотелось, расскажи немножко больше, ну ты, ты, так... Ты так любишь Бога, ты так ревнуешь о Боге. Он устраивает путь. Давид, расскажи немножко больше. Расскажи еще больше. Он говорит, хорошо. Давай, 33-й псалом, давай. 33-й псалом с 8 по 16 стихи. «Вкусите, и вы увидите, как благ Господь». Потом апостол Павел напишет, «вкусивших глагола благого». То есть мы вкусили, как благ Господь. Мы вкусили, и он здесь говорит, «вкусите, и вы увидите, как благ Господь». Бог наш благ. Мы провозглашали сегодня, да? Аминь. И Блажен человек, который уповает на него. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен человек, который уповает на него. И теперь, знаете, к чему он обращается? Бойтесь Господа, святые Его. Нет скудости, то есть нет нужды у боящихся Его. Ни в чем они не нуждаются. Боящиеся Его ни в чем не нуждаются. Святые, бойтесь Господа. Скудости. Нет у боящихся Его, с не бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа, Господа, они не терпят нужды, они не терпят Господ... нужды вообще ни в каком благе, во всех благах у них нет нужды, у них нет недостатка. И говорит: придите дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Да ведь что ты хочешь рассказать нам? Говорит: страху Господню хочу научить вас хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо при этом. Не просто так небо коптить. Хочет ли человек не просто жить и любит ли он долгоденствие, но чтобы при этом в жизни видеть благо. Хочет, но ну, тогда удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. И все, да? Так просто, да? А тебе нужны сложности? А тебе сложности нужны? Нет. Ну вот все. Ну вот следуй вот этому. Вот этому следуй и все. И знаете, он что говорит? Отчи Господни обращены на праведников, и уши его открыты к воплю их. Он слышит. Отчи его обращены на праведников. Что значит обращены? Ну да, вижу. Что значит уши? Услышь. Ну, я тебя услышал. Мы же понимаем, о ком говорим. Его очи обращены. Это значит, он содействует, устрояет и усматривает все. Его уши слышат вопль. Это значит, слышат. Это значит, он отвечает. Он скорый помощник. Он скорый помощник. Хочешь видеть благо при твоей жизни. Ну вот. Давид говорит, придите, дети, я научу вас страху Господнему. Страх Господен, знаете, что такое? А? Нет. Начало мудрости – это страх Господен. А что такое страх Господен? Ненавидеть зло. Аминь. Страх Господен – это ненавидеть зло. И другое описание говорит, боящиеся. Но ненавидьте зло. Вот и все. И здесь он и говорит, ну, удерживай свой язык от зла, уста свои от коварных слов, не клевещи, не занимайся этими вещами, вот прекрати вот эти всякие интриги, все. Ты думаешь, что все это будет оставаться каким-то таким вот, чем-то таким безнаказанным? Нет. Мы сегодня изучали слово одно а, на английском языке, а, отлучение. В Библия использует такое. В Библии есть такое... А, слово используется и не один раз, да? Причем а, по самым разным а, причинам используется и в разных, как говорится, а, ситуациях используется такое выражение, как отлучение, отлученный и так далее. <как> и, закрыть две, и мы поговорили еще до того, как я начал проповедовать, мы поговорили о том, что Господь Петру дал ключи Царствие Небесное то есть открывать двери, но не закрывать. И все те, кто имеют негативную практику закрывать двери перед кем-то сегодня, они обязательно придут к своему финалу. И финалом этим будет закрытая дверь. Это туда, куда они придут. Это те, кто закрывает. И кто-то скажет, почему ты так решил? А это закон сегодня и жатвы. А это закон сеяния и жатвы. Вы как хотите, чтобы с вами поступали? Вы хотите, чтобы перед вами двери закрыли? Нет? Ну тогда туда не закрывайте двери. Тогда и вы не закрываете двери. Господь стучит, вы знаете, даже в закрытые двери. Он стучит. И знаешь, что предлагает? Открой двери. И Он предлагает: Открой двери ко всем, даже те, у кого двери Пока что еще, к сожалению, закрыты. И он постучался и говорит, отвори, я войду. И когда отворил, я войду, да, входи, будем вечерять. Кстати, я не с пустыми руками. Будем вечерять, будем общаться. И знаешь, я, у тебя так уютно, у тебя так хорошо, я обитель у тебя сотворю. Я сотворю у тебя обитель я стану твоим Богом, а ты будешь моим детем. И теперь с этого момента все мое – твое. А все твое – извини, Господь, а мне, собственно, предложить тебе нечего. Что у тебя есть? Да что у меня есть? Кроме неудач, болезни, проклятия, нищета, у меня ничего нет. Ну, вот я давай это все сюда. Теперь все мое твое, а все твое мое. Я решу твои проблемы все. Теперь с этого момента я буду устроять твой дом. Я живу здесь. Ты представляешь, когда он живет в твоем доме? Он устрояет твой дом. И знаешь, вокруг кто-то будет смотреть на тебя и говорить, Бог за него, Бог устрояет его. Да? Да, 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 аминь, да, а я и не стыжусь этого. Бог говорит, да, конечно, и не смущайся. Все где-то будут кто-то говорить, это Бог за него, это Бог вокруг него. Бог берет и говорит, иди вон, прям на виду, вот на холмике его вот там, видишь, я накрыл трапезу, это что? ничего, просто садись, кушай. Да, иди и кушай, пусть все знают, кто за тебя. Пусть все знают, кто твой Бог. И пусть все знают, блажен народ, у которого есть Бог. Все должны знать, что значит принадлежать Богу. И не ходи и не присмыкайся. Веди себя достойно твоего сана. Ты сын великого царя. Веди себя соответственно. Живи соответственно. И знаешь, все твои манеры должны соответствовать твоему сану твоему статусу. Ты сын великого царя. Дерзай. Всегда дерзай. Аллилуйя. Yeah. А знаете что? Давайте подарим ему аплодисменты. Аллилуйя. Yeah. Аллилуйя, Господь. Апостол Павел пишет в третьей главе послания к евреям, 4 стих. Вот как говорит. «Всякий дом устрояется кем-либо, ну да, здесь логика, естественно. А устроивший все, устроивший – это уже устроивший, это есть Бог. Мы говорим на тему «блажен народ», у которого Господь есть Бог. Бог, который устрояет дома наши. Всякий дом, он кем-то устрояется, естественно. Ну, я работаю у себя дома, устрояю, как бы вот мы с женой там устрояем, делаем там яр спереди, сзади дома, там, все делаем в доме, как любой из нас, правильно? Мы же все этим занимаемся. Мы же устрояем свой дом. Писание говорит, мудрая жена что делает? Она, нет, она устрояет дом свой. А неразумная, она разрушает. А как мудрая жена устрояет свой дом? Мудрость ей помогает. А где мудрость обитает? Она обитает с разумом. Откуда она приходит? Кто устрояет? Кто устрояет? Кто дает мудрость этой мудрой женщине, которая устрояет, которая устрояет свой дом? Кто ей дает мудрость? Конечно, жена. А что ты тут кричишь, бьешь себя в грудь со слюнями? Да мой Ванька, он вот такой вот, у всех мужики как мужики, а он вообще никакой. А я потом ей рассказал, я говорю, например, некоторой вот той самой женщине. Я говорю, ты знаешь, говорю, вот там в другой поместной церкви, где я служу еще, я несколько церквей, поскольку я был старший служитель, то я в разных церквях поместных бывал, проповедовал, и в домах, в домашних, в семьях бывал. Я говорю, знаешь, вот там вот в той церкви, я говорю, приезжай туда, посмотри, я говорю, познакомлю тебя. Есть одна сестра, у нее так же, как у тебя двое детей, тоже мальчик и девочка, и у нее муж тоже шахтеры, тоже на бровях постоянно. То наряды закрывают, то отпуск обмывают там. Ну, в общем, всегда. Там у, у шахтеров всегда был какой-нибудь повод. Всегда какая-то причина. И она приняла Господа. Эта женщина уверовала в Господа. И она со своими детьми. Он с работы приходит. Он такой весь приходит, как ураган. Врывается вот такой весь. И все. Она на колени вместе с детьми. Она на колени и взывать к Богу, кричать к Богу а его начинает ворвать, все, он, 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 у него доходило до того, что он кишки чуть ли уже не выплевывает. Она начинает молиться. И тогда он уже, когда приходил, если пьяный, она потом рассказывала, он уже потихоньку говорит, только не молитесь, я, я тихо, я пойду лягу спать, только не молитесь. Только не молитесь. Ага. Даже не надейся. И все, и начинает молиться. И он опять там пугает унитаз. И вот так вот продолжалось. Он принял Господа. И он принял Господа. Ну вот так вот. Слава Иисусу Христу. Ну великий Бог. Я ей рассказал вот этот пример. И она стала это делать со своими детьми. Она стала делать то же самое со своими детьми. И вот муж ее. И он стал проповедником. Он стал так, как может проповедовать, он стал проповедовать. Аллилуйя. Вы знаете, я хочу прочитать. Уже пришел один комментарий. Уже оставили комментарий к этой проповеди. Я хочу его зачитать и наверное я на этом буду заканчивать проповедь комментарий к сегодняшней проповеди знаете кто оставил его этот комментарий на меня а? голубков так возможно голубков там тоже оставил я не видел вот там операторы сидят и удивленно смотрят на меня так странно а, странно а, и он тоже. А, а, а вот оператор сидит за пультом, смотрит так удивленно на меня, откуда ты знаешь, что тут сейчас комментарии оставляет. Здесь же у меня нет ни гаджета, никакого ничего. Откуда ты знаешь, кто оставил свой комментарий? Знаю. Апостол Павел. Апостол, представьте себе, кто оставил комментарий к сегодняшней проповеди. Это апостол Павел. Да, читаем в послании к римлянам в 8 главе, 31 стих, 33, 38, 39. Ну, что же сказать на это? Как можно это прокомментировать? Что же можно сказать на это? Если Бог за нас, ну кто против нас? Ну кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Такой классный комментарий. Вы знаете, я решил его взять к проповеди к этой. Вот этот комментарий. И пусть никто сегодня даже не напишет комментариев никаких, да? Вот я уже вот это вот принимаю как комментарий от апостола Павла, комментарий к проповеди. Апостол Павел, вот твоим комментарием мы сегодня будем завершать нашу проповедь. Ну и что же сказать на это? Что же это мы хотели сказать, да? А вот что мы хотели сказать. Если Бог за нас, а кто против нас? А кто будет обвинять избранных Божьих? Ну, есть клеветник, он клевещет. Пусть клеветник, пусть клевещет, и он будет клеветать. И пусть тебе это не кажется странным, они были. Он действует сегодня в воздухе и в сынах противления, да? И он будет продолжать это делать. Но окончательная и предопределенная погибель постигнет опустошителя. И все те приспешники, кто сегодня прислуживают ему, даже не подозревая, они могут думать, что они такие белые, пушистые, праведные и сама святость. Не будет смотреть на все это Бог. Бог по-другому на все смотрит. Бог смотрит вообще на все по-другому. Он оправдывает. Вот тебя обвиняет, а он оправдывает. Тебя, на тебя клевещет, а он оправдывает. да? И Павел говорит, ну если Бог за нас, если Бог за тебя, то кто против тебя? Вокруг будут говорить, это Бог за него. Бог за него, смотри, ни у кого нет такого урожая, а у него есть. А, с какой это? а как так? А как так? У всех вот так, а у него вот так. А как так? А блажен народ, у которого Господь есть Бог. Бог, который будет устроять, как Иова окружил кругом забот, как тех женщин повивальных, которые боялись Бога, и Он устраивал их дома, да? Как, ну, всех, о ком бы мы могли говорить. И Павел говорит о своей уверенности. «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина. И ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашим. Не может. Не может. Ты сам не отлучись от Него. Ты сам от Него не отлучайся. Спасибо, Илья. Сам не отлучайся от него. Ничто не может, по крайней мере, не должно отлучить нас от любви Божьей. Он неизменен Бог. И обращается Апостол Павел ко всем неизменно любящим Бога. И он перечислил. Он говорит, я уверен в этом. Я уверен. Ничто из перечисленного мной не может, по крайней мере, но не должно отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. А вот комментарий, который передали мне уже из прямого эфира с нами вместе Александр Голубков. И он пишет, что сегодня он проповедовал на эту тему там в Шахане в Казахстане. Аллилуйя. Брат, мы с тобой одной крови. Мы с тобой одной крови, ты и я. Мы с тобой одним духом помазаны. Одним духом, все мы помазаны одним духом. Слава Господу, мне приятно. Мне приятно. Это тоже хорошее подтверждение, это тоже хорошее свидетельство. Кстати, я на неделе именно об этом-то и размышлял, вот, что хочу говорить об этом. Единственное, что я не включал, не думал включить в разговор сегодняшней проповеди, это про клеветника все. Но мы говорим на тему блажен народ, у которого Господь есть Бог. А там другие принципы. Спасибо, брат Александр, спасибо всем интернет-пользователям и всем а, хочу еще раз сказать, продолжайте писать ваши комментарии. Но даже если вы никто не напишите и не поставите ваши лайки, то вот он комментарий, который я взял к моей проповеди. Это комментарий апостола Павла. Слава Иисусу Христу. Да. Что, Вадим Петрович, удивляй, удивился, да? Не, не, не ждал такого поворота, да? Типа чьи-то поворот у сафрона какой-то, да? Да. Ну, слава Господу. Ну, а что, всегда быть как бы таким вот э, сереньким, посредственным? Да. Да, слава Господу. Наш Бог велик. Наш Бог велик и блажен народ, который знает трубный зов. Он ходит во свете лица Твоего Господи. Будем молиться. Великий Бог благослови на Твое имя. Отец, я так благодарен Тебе за сегодняшний день. Я благодарен Тебе за это общение. Господи, аминь, аминь, аминь. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Отец, когда я прихожу на это место для того, чтобы проповедовать, Господь, я чувствую себя свободно и очень комфортно в Твоем святом присутствии среди народа, который знает трубный зов, среди народа, у которого Господь есть Бог. Я благодарю Тебя за ту атмосферу, которую Ты приносишь нам, даешь нам. Мы хотим эту же самую атмосферу распространять везде, в наших домах везде. Господь, мы верим, что Ты есть Бог, заботящийся, устрояющий. Да мы видим это. Мы видим, как очи Твои обращены к домам нашим. Ты простираешь руку Твою к нам, Господь. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Спасибо, спасибо Тебе за все. Мы искренне благодарны Тебе. Вполне осознаю, какое это счастье знать Тебя, веровать в Тебя, молиться Тебе, служить Тебе, проповедовать Слово Твое. Аллилуйя, аллилуйя. Мы нуждаемся в Тебе, Иисус. Мы нуждаемся в Тебе всегда. Не только когда нам очень трудно, когда нам... Все хорошо и все в достатке и все благополучно. Мы хотим быть еще ближе к Тебе, Господь, чтобы вот это все земное, суетное, временное никогда не овладело нами и никогда не стало приоритетом нашей жизни. Иисус, расставляй приоритеты в нашей жизни Ты, Господь. А мы будем этому следовать? А мы будем следовать, Господь, тем приоритетам, которые Ты у указываешь. Припоясывай нас силой и устрояй наш путь. Как ты делал это с Давидом? Как ты делал это со всеми, о ком мы сегодня вспомнили, говорили? Аллилуйя! Господь, пусть это слово доставляет благодать слушающим. Кто-то в прямом эфире, кто-то в записи может смотреть или слушать эту проповедь. Может быть, кому-то это как раз будет вовремя. Услышать поможет, сориентироваться правильно в жизни. Ты есть Бог устраяющий, ты есть Бог восстанавливающий. Аллилуйя. Мы благодарны тебе. И всех интернет-пользователей благослови. И пусть распространяется это слово ради славного твоего имени. Все, что мы делаем, мы делаем ради имени твоего. Мы делаем во имя Господа нашего Иисуса Христа. Будь прославлен великий Бог. Аминь.